вообще не нравится. Саш, ты о нем весь день говоришь. Мне кажется, он тебе очень нравится. Но он вообще не в моем вкусе. Где я и где... О, это меня зовут! Мама. Да, мама. Саня, я к этому уроду моральному никогда больше не вернусь. Он меня прямым текстом просто нахер выслал. Он мне с Катей изменял. Я у тебя перекатаюсь, да? Пару-троечку недель. Саш, мне Ваня написал. Вернуться, говорит. Он же тебя вчера со всеми вещами выслал. Да не было такого. Катя, он тебя изменил. Да Катька хорошая же девчонка. Она же его подруга, моя подруга. Ты знаешь, мы с ним родственные души, Санечка. Я тебя умоляю. Почему он мне не пишет? Почему? Написал. Что, написал? Не знаю, не открываю пока. Три, два, один. Смотри. Привет. Без смайлика. С точкой. Это, походу, знак. Расстанься с ним первая. Так и сделаю. Алло. Нам надо расстаться. Пока. С точкой. Вообще нашел этот дурак. Я с таким парнем классным познакомилась. Он такой красавчик. Так, а фотки есть? Да он особо не фоткает. Да все равно покажи. Ну, вот это он в компании. Вот там вот. Слушай, очень приятный молодой человек. А можно я посмотрю поближе? А это тоже? Да, это его неудачный ракурс. Да он в жизни симпатичный. Да я тебе правда говорю, он такой красавчик, он фоткаться особо не любит. Он неудачно на фотках. Это вообще 2013 год. Он в жизни лучше выглядит. Блин, а что она так быстро постирала? Так лень развешивать. Пусть еще раз постирает. Ага. Ну, в принципе, сейчас и на мне разгладится. Алло, Саня, как насчет субботней тусы, джусы, мальчики, винишко в клубную? Я уже начала тут немного, Блин, а может ты ко мне приедешь? Выпьем да спать ляжем. А до следующей недели 100% затусим, а? Сань, привет, как насчет воскресного шопинга? Сначала по магазинам, а потом по барам прошвырнемся, а? Ну уж нет, куда-то еще идти. Значит, бар беру с собой, выезжаю к тебе, еще такого назаказываем. Алло. Привет, не хочешь в кино пойти? По расписанию я мою голову завтра, да и фиг знает, что еще найти. Блин, слушай, у меня сегодня одна встреча, потом другая встреча, я очень-очень сегодня занята, я тебя завтра наберу. Ну, смотри, какая девушка красивая. Ого, и правда огонь. Ну так что, может, напишешь ей? Думаешь, стоит? Да, конечно. Ну, давай. Сань, погнали вечером в кинчик? Там фильм какой-то классно вышел, все говорят. Нет, Сань, я сегодня с пацанами в Хинкальную пойду. Хинкально? Ну да. Блин, ну ладно, классно, вам потусить, телочек поцеплять. Сань, что, может, футбол посмотрим? А, давай. 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 Ну тут бегает. Сань, ты чё ржёшь? Да тут мемчик смешно. Дай глянуть. Мемчик. Когда вы в отношениях, все происходит немножечко по-другому. Я не поняла, это кому ты лайки ставишь, а? Она мне сама лайкнула. Значит, ты ей плавать-то? Это из-за нее ты на меня по-другому стал смотреть? Хватит! Купи! Я не поняла, а куда это ты собрался? Пацанам навстречу. На какую встречу? Какие пацаны да пацаны? Я друзьям время могу уделить или нет? А это что такое? Мы на диете с тобой. Все. Ты на диете, а не я. Ты хочешь сказать, что я толстая, да? Тебе не нравится моя фигура? Ты что за глупости ты говоришь? Что ты назвал меня глупо? Дорогой, привет. А я себе сумочку купила. А откуда деньги? Ну, карточка твоя. Так я что снял оттуда? Так у тебя безлимит по карте 300 тысяч. А может, ты сегодня к пацанам пойдешь? Что это будем сегодня? Не знаю, можем фильм посмотреть. Ты фильм в субботу? Я тебя вообще, подруга, не узнаю. А может, по пивку пахнем? Да нет, ну ты чё, я же с этой недели вообще-то уже не пью. Вот это настрой у тебя, ну а я выпью, пожалуй. Заходит хорошо. Ладно, у тебя нет вина красного? Да нет, а чё, зачем? Ну вообще-то оно для здоровья полезное. Ну ладно, дай один глоточек сделаю. Гуляй, шальная императрица. Пошёл вон, я не сошла с ума. Сань, слушай, а давай моему бывшему наберем, но только с твоего номера, потому что он меня заблочил. А я ему лучший год отдам. И так каждый раз. Ладно тебе, что каждый раз-то? С следующего понедельника
точно на диету и больше ни рюмки не выпью. Написать ему или все-таки не стоит? Саш, ты что, конечно, нельзя ему писать первой. Девушка, которая пишет первой, как говорил, между прочим, Вольтер, ну или кто там говорил, никогда не будет счастливой, ага. Санек, да ты что, живем же один раз, конечно, пиши, 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 пиши. Вот ты ему будешь первая писать, и у него к тебе интерес пропадет, ага. Какой интерес, у него его и не было, ага. Ой, ну я хотела сказать, что в том, что ты напишешь, ничего плохого нет. Поэтому пиши. Не будь навязчивой, не пиши. Пиши, пиши. А я тебе говорю, не пиши. Последний раз напишешь, а потом больше писать не будешь. Пиши. Короче, стоп, спасибо за помощь, я лучше поиграю. Он написал, он написал, он написал, что ответить, а? Ответь ему через полчаса, чтобы он не думал, что ты ждала его смс. Понятно. О, Лена, кстати, как ты новая девушка моего бывшего? Ну и говно. Да это я вообще-то. Вот она. То есть я имела в виду, она говно по сравнению с тобой. Да и брюнетки ему ну вообще не нравятся. Откуда ты знаешь? Он когда раньше с тобой был, он светился от счастья. А сейчас что? Он даже когда ее целует, глаза закрывает. А тебе думает. Да они расстанутся скоро, я тебе отвечаю. А с чего ты это взяла? Смотри. Он телец по гороскопу, а она дева. А тельцы с девами, ну, вообще несовместимы. Вообще-то у них 100% совместимость. Да херня все эти гороскопы, кто в них верит? Стремная. Вообще некрасивая. Он не уйдет. Он тебя одну любит. Он еще на коленях приползет. Ну, не знаю, по-моему, она очень милая. Лен, ну ты че, ну конечно же я пошутила. Фух, а я уж подумала, что подруга потеряла. Но она же стрёмная. Стрёмная. Ленька, здравствуй, как дела? Как на учебе самое главное? Привет, мамуль. Ну, на учебе, если честно, не очень. Что значит не очень? Что значит не очень? Саша! Ну-ка, маму не расстраиваем. Доченька, это у тебя сейчас вайны, юмор, все смешно. А через 10 лет? А через 10 лет ты кем будешь? Ты куда работать-то пойдешь, милая? Не знаю, через 10 лет замуж пойду. Какой муж, Саша? Не смеши меня! Какой муж? Ты без образования никакому мужу не нужна. Им всем в Москве, им всем образованные нужны. А ты что, читать не читаешь? Готовить не готовишь? Ничего не знаешь? Ты какому мужу-то нужна, Сашенька? Чуть что, у тебя образование? Главное, образование есть, у мамы лежит, мне так спокойней. Учиться не будешь? Я с тобой общаться не буду. Видела тебя в Инстаграме, тебе цветы подарили. Кто подарил? Кавалер новый. Сколько лет? Вместе учитесь? Ему 30, и он бизнесмен. Сколько ему лет? 30! Господи, срань господня! И говори потише, а то папа услышит. Доча, у него что, и семья, и дети? Что значит нету ни семьи, ни детей? Доча, не может быть! Я этих мужиков, как облупленных, знаю. Приехала в Москву, ничего не знаю. С мамой не посоветуется. Доча, он что, уголовник? Ты можешь не говорить. Просто сигнал опознавательный дай. У нас же этот дядя Володя. Дядя Володя же всех знает. Он даже в Москве всех знает. Ты бы лучше к Ваньке Ларискиному присмотрел. Доча, это он сейчас прыщавый и маленький. Ты подожди 2 годика-то. Ванька-то в МГУ поступает. В М... Ты представляешь, каким он человеком в МГУ. Аля? Ты уже проснулась? Да, да я уже 1000 дел сделала. И туда сходила, и сюда сходила. Алло. Чем занимаешься? Да я тут генеральную уборку затеяла. Умничка. Угу, перезвоню. Алло. Как дела? Да я на пробежке вокруг дома. Спорт. А, тогда не буду отвлекать. Давай, перезвоню. Алло. Добрый вечер. Ага, да я перед сном Чака Паланика читаю. А, ну сладких снов тебе. Давай, спокойной ночи, целую.